На его памяти в Вене ни разу не было такой холодной зимы. Каждый раз, когда открывалась дверь, и в кафе влетало облако холодного воздуха, он слегка ежился. Долгое время новых посетителей не появлялось, и Зигмунд успел впасть в легкую старческую дрему. Но вот дверь снова хлопнула, и он поднял голову. В кафе вошли двое новых посетителей, господин с бакенбардами и дама с высоким шиньоном. Дама держала в руках длинный острый зонт. Господин нес небольшую женскую сумочку, отороченную темным блестящим мехом, чуть влажным из-за растаявших снежинок. Они остановились у вешалки и стали раздеваться. Мужчина снял плащ, повесил его на крючок, а потом попытался нацепить шляпу на одну из длинных деревянных шишечек, торчавших из стены над вешалкой, но промахнулся. И шляпа, выскочив из его рук, упала на пол. Мужчина что-то пробормотал, поднял шляпу, повесил ее все-таки на шишечку, засуетился за спиной у дамы, помогая ей снять шубу. Освободясь от шубы, дама благосклонно улыбнулась, взяла у него сумочку, и вдруг на ее лице появилась расстроенная гримаса. Замок на сумочке был раскрыт, и в нее набился снег. Дама, освободясь от шубы, повесила сумочку на плечо, поставила зонт в угол, отчего-то повернув его ручкой вниз, взяла своего кавалера под руку и пошла с ним в зал. «Ага», — тихо сказал Зигмунд и покачал головой. Между стеной и стойкой бара, недалеко от столика, к которому направились господин с бакенбардами и его спутница, был небольшой пустой закуток, где возились хозяйские дети. Мальчик лет 8 в широком белом свитере, усеянном черными ромбами, и девочка, чуть помладше, в темном платье и полосатых шерстяных рейтузах. Недалеко от них на полу лежали кубики и полуспущенный резиновый меч. Вели себя дети на редкость тихо. Мальчик возился с горой больших кубиков с цветными рисунками на боках. Он строил из них дом довольно странной формы с просветом в передней стене. Постройка все время рушилась, потому что просвет выходил слишком широким, и верхний кубик проваливался в щель между боковыми. Каждый раз, когда кубики рассыпались, мальчик некоторое время горестно ковырял в носу грязным пальцем, а потом начинал строительство заново. Девочка сидела напротив, прямо на полу, и без особого интереса следила за братом, возясь с горкой мелких монет. Она то раскладывала их по полу, то собирала в кучку и запихивала под себя. Вскоре ей наскучило это занятие, она оставила монеты в покое, наклонилась в сторону, схватила за ножки ближайший стул, подтянула его к себе и стала двигать им по полу, слегка подталкивая мяч его ножками. Один раз толчок вышел слишком сильным. Мяч покатился в сторону мальчика, и его шаткое сооружение обрушилось на пол в тот самый момент, когда он собирался водрузить на его вершину последний кубик, на сторонах которого были изображены ветка с апельсинами и пожарная каланча. Мальчик поднял голову и погрозил сестре кулаком, в ответ на что она открыла рот и показала ему язык. Она держала его высунутым так долго, что его можно было, наверное, рассмотреть во всех подробностях. «Ага», — сказал Зигмунд и перевел взгляд на мужчину с бакенбардами и его даму. Им уже подали закуски. Господин глотал устриц, уверенно раскрывая их раковины маленьким серебряным ножичком, и говорил что-то своей спутнице, которая улыбалась, кивала и отправляла в рот шампиньоны. Она по одному цепляла их с блюда двузубой вилкой и внимательно разглядывала перед тем, как обмакнуть в густой желтый соус. Затем господин, звякая горлышком бутылки о край стакана, налил себе белого вина, выпил его и пододвинул к себе тарелку с супом. Подошел официант и поставил на стол блюдо с длинной жареной рыбой. Поглядев на рыбу, дама вдруг хлопнула себе ладонью по лбу и стала что-то говорить своему кавалеру. Тот поднял на нее глаза, ослушал ее некоторое время и недоверчиво скривился. Затем выпил еще один стакан вина и стал аккуратно заправлять сигарету в конический красный мундштук, который он держал между мизинцем и безымянным пальцем. «Ага», — сказал Зигмунд и уставился в дальний угол зала, где стояли хозяйка заведения
и кряжистый официант. Там было темно, вернее, темнее, чем в остальных углах. Под потолком перегорела лампочка. Хозяйка глядела вверх, уперев в бока полные руки. Из-за этой позы и фартука с разноцветными зигзагами она походила на античную амфору. Официант уже принес длинную стремянку, которая теперь стояла возле пустого стола. Хозяйка проверила, крепко ли стоит стремянка, задумчиво почесала голову и что-то сказала официанту. Тот повернулся и пошел к стойке бара, завернул за нее, наклонился и некоторое время совсем не был виден. Через минуту он выпрямился и показал хозяйке какой-то вытянутый блестящий предмет. Хозяйка энергично кивнула, и официант вернулся к ней, держа найденный фонарик в поднятой руке. Он протянул его хозяйке, но та отрицательно помотала головой и показала пальцем на пол. В полу возле пустого столика был большой квадратный люк. Он был почти незаметен из-за того, что его крышка была выложена паркетными ромбами, как и весь остальной пол, и догадаться о его существовании можно было только по двойному бордюру из тонкой меди, пересекавшему замысловатые паркетные узоры, и по утопленному в дереве медному кольцу. Аккуратно подтянув брюки на коленях, официант сел на корточки, взялся за кольцо и одним сильным движением открыл люк. Хозяйка чуть поморщилась и переступила с ноги на ногу. Официант вопросительно поглядел на нее. Она опять энергично кивнула, и он полез вниз. Видимо, под полом была короткая лестница, потому что он погружался в глубину черного квадрата короткими рывками, каждый из которых соответствовал невидимой ступени. Сначала он сам придерживал крышку, но когда он спустился достаточно глубоко, хозяйка пришла ему на помощь. Наклоняясь вперед, она взялась за нос двумя руками и напряженно уставилась в темную дыру, где исчез ее напарник. Через некоторое время белая куртка официанта, уже изрядно испачканная паутиной и пылью, снова возникла над поверхностью пола. Выбравшись наружу, он решительно закрыл люк и шагнул к стремянке, но хозяйка жестом остановила его и велела повернуться. Тщательно отряхнув его куртку, она взяла у него лампочку, подышала на ее стеклянную колбу и несколько раз нежно провела по ней ладонью. Шагнув к стремянке, она поставила ногу на ее нижнюю ступеньку, подождала, пока официант крепко ухватится за лестницу сбоку, и полезла вверх. Перегоревшая лампочка располагалась внутри узкого стеклянного абажура, висевшего на длинном шнуре, так что лезть надо было не очень высоко. Поднявшись на 5 или 6 ступенек, хозяйка просунула руку внутрь абажура и попыталась вывернуть лампочку, но та была ввинчена слишком прочно, и абажур стал поворачиваться вместе со шнуром. Тогда она зажала новую лампочку во рту, осторожно обхватив ее губами за цоколь, и подняла вторую руку, которая ухватила абажур за край. После этого дело пошло быстрее. Вывернув перегоревшую лампочку, она сунула ее в карман своего фартука и стала вворачивать новую. Сильными руками, сжимая лестницу, официант завороженно следил за движениями ее пухлых ладоней, время от времени проводя по пересохшим губам кончиком языка. Вдруг под матовым абажуром вспыхнул свет. Официант вздрогнул, зажмурился и на секунду ослабил свою хватку. Половинки лестницы стали разъезжаться, хозяйка взмахнула руками и чуть не полетела на пол, но в самый последний момент официант успел удержать лестницу. С неправдоподобной быстротой, преодолев 3 или 4 ступеньки, бледная от испуга хозяйка спрыгнула на паркет и обессиленно замерла в успокаивающем объятии напарника. «Ага, ага», — громко сказал Зигмунд и уставился на пару за столиком. Дама с шиньоном успела перейти к десерту. В ее руке была продолговатая трубочка с кремом, которую она понемножку обкусывала с широкой стороны. Когда Зигмунд поднял на нее глаза, дама как раз собралась откусить порцию побольше. Засунув трубку в рот, она сжала ее зубами, и густой белый крем, прорвав тонкую золотистую коробочку, выдавился из задней части пирожного.
Господин с бакенбардами мгновенно среагировал, и вырвавшийся из пирожного кремовый протуберанец, вместо того, чтобы шлепнуться на скатерть, упал в его собранную лодочкой ладонь. Дама расхохоталась. Господин поднес ладонь с кремовой горкой ко рту и в несколько приемов слизнул ее, вызвав у своей спутницы еще один приступ смеха. Она даже не стала доедать пирожное и отбросила его на блюдо со скелетом рыбы. Слезав крем, господин поймал над столом руку дамы и с чувством ее поцеловал, а та подняла стоявший перед ним бокал с золотистым вином и отпила несколько маленьких глотков. После этого господин закурил новую сигарету. Вставив ее в свой конический красный мундштук, он сделал несколько быстрых затяжек, а потом принялся пускать кольца. Несомненно, он был большим мастером этого сложного искусства. Сначала он выпустил одно большое сизое кольцо с волнистой кромкой, а затем кольцо поменьше, которое пролетело сквозь первое, совершенно его не задев. Помахав перед собой в воздухе, он уничтожил всю дымовую конструкцию и выпустил два новых кольца, на этот раз одинакового размера, которые повисли одно над другим, образовав почти правильную восьмерку. Его спутница с интересом наблюдала за происходящим, машинально тыкая тонкой деревянной шпилькой в лежащую на тарелке голову рыбы. Еще раз набрав полные легкие дыма, господин выпустил две тонкие длинные струи, одна из которых прошла сквозь верхнее, а другая сквозь нижнее кольцо, где они соприкоснулись и слились в мутный синеватый клуб. Дама зааплодировала. «Ага!» — воскликнул Зигмунд, и господин, повернувшись, смерил его заинтересованным взглядом. Зигмунд снова стал смотреть на детей. Видимо, кто-то из них успел сбегать за новой порцией игрушек. Теперь, кроме кубиков и меча, вокруг них возлежали растрепанные куклы и бесформенные куски разноцветного пластилина. Мальчик по-прежнему возился с кубиками, только теперь он строил из них не дом, а длинную невысокую стену, на которой через равные промежутки стояли оловянные солдатики с длинными красными плюмажами. В стене было оставлено несколько проходов, каждый из которых сторожило по три солдатика. Один снаружи, а двое внутри. Стена была полукруглая, в центре отгороженного ею пространства на аккуратно устроенной подставке из четырех кубиков помещался мяч. Он опирался только на кубики и не касался пола. Девочка сидела к брату спиной и рассеянно покусывала за хвост чучело небольшой канарейки. «Ага!» — беспокойно крикнул Зигмунд. «Ага! Ага!» На этот раз на него покосился не только господин с бакенбардами, он и его спутница уже стояли у вешалки и одевались, но и хозяйка, которая длинной палкой поправляла шторы на окнах. Зигмунд перевел взгляд на хозяйку, а с хозяйки на стену, где висело несколько картин. Банальная Марина с луной и маяком, пейзаж, сумрачно расщелинный между двух холмов, и еще одно огромное, непонятно как попавшее сюда, авангардное полотно. Вид сверху на два открытых рояля, в которых лежали мертвые Бунюэль и Сальвадор Дали, оба со странно длинными ушами. «Ага!» — изо всех сил закричал Зигмунд. «Ага! Ага! Ага!» Теперь на него смотрели уже со всех сторон. И не только смотрели. С одной стороны к нему приближалась хозяйка с длинной палкой в руке, с другой — господин с бакенбардами, в руке у которого была шляпа. Лицо хозяйки было, как всегда, хмурым, а лицо господина, напротив, выражало живой интерес и умиление. Лица приближались и вскоре заслонили собой почти весь обзор, так что Зигмунду стало немного не по себе, и он на всякий случай сжался в пушистый комок. «Какой у вас красивый попугай», — сказал хозяйке господин с бакенбардами. «А какие он еще слова знает?» «Много всяких», — ответила хозяйка. «Ну-ка, Зигмунд, скажи нам еще что-нибудь». Она подняла руку и просунула кончик толстого пальца между против.
«Зигмунд молодец», — кокетливо сказал Зигмунд, на всякий случай передвигаясь по жёдочке в дальний угол клетки. «Зигмунд, умница». «Умница-то умница», — сказала хозяйка, — «а вот клеточку свою всю обгадил. Чистого места нет». «Не будьте так строги к бедному животному, это ведь его клетка, а не ваша», — приглаживая волосы, сказал господин с бакенбардами. «Ему в ней и жить». В следующий момент он, видимо, ощутил неловкость от того, что беседует с какой-то вульгарной барменшей. Сделав каменное лицо и надев шляпу, он повернулся и пошел к дверям. Это Виктор Пелевин и рассказ «Зигмунд в кафе», рассказ, у которого есть небольшой эпиграф. За гладкими каменными лицами этих истуканов нередко скрываются лабиринты трещин и пустот, в которых селятся разного рода птицы. И подпись «Джозеф Левендер. Остров Пасхи». Ну да, впрочем, попробуйте обнаружить что-нибудь где-нибудь о Джозефе Левендере, и вам снова что-нибудь откроется. Виктор Пелевин, «Зигмунд в кафе».